Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Микробинар. Не могла не записать видео. Значит, но прежде чем начать, я хочу сделать такое вот объявление маленькое, что есть чат ВКонтакте. Кому нужен чат, кто хочет присоединиться, добавляйтесь ко мне в контакт. Я ссылочку на чат в описании под видео оставлять не буду, чтобы кто попало не заходил. Пишите мне сообщение «Микробинар плюс свой логин в проекте только зарегистрированных пользователей». Услышали меня? Пишите «Микробинар», можно по-русски, плюс свой логин в проекте. Юзернейм. Ну, а теперь давайте по проекту. Что хочу сказать. В такой проект, конечно, нужно заходить, не раздумывая долго. Вход всего, друзья, 1 рубль. Услышьте меня. 1 рубль. Первый микробинар. И ходить по кругу первый микробинар можно бесконечно. У меня уже 4-й круг. Видим, да? Далее. Давайте я вам похвастаюсь. У меня сегодня хорошие новости. Значит, вот я в первом бинаре, у меня 4-й круг. Встанет еще 4 человека. Я пойду на 5-й круг. Второй микробинар. Также у меня 4-й круг. Здесь должно встать у меня вот 1 человек. Свободно. И я пойду на 5-й. 3-й микробинар. Опять у меня 4-й круг. И вот только вот он у меня закрылся. И пошли заполнения сразу. Они заполняются в разнобой. Не обязательно, чтобы первый закрылся, потом второй. Может сначала четвертый закрыться, а потом пятый. Ой, потом первый. 4-й микробинар. Также я на 4-м кругу. Вот здесь мне должно встать 6 человек. 5-й. И здесь 4 человека встанет. У меня пойду опять. Уже я на 4-й круг. Здесь у меня 3-й круг. 6-й микробинар, друзья. Вот здесь я только что пошла на 2-й круг. Пошла на реинвест. У меня закрылся 1-й микробинар. Ой, 6-й микробинар. Сейчас перейду на почту. Запуталась во вкладочках. Вот я получила выплату плюс 201 рубль 60 копеек. 17 числа. Это было 27 минут назад. И выплата 6-й микробинар. Супер. Вот. И у меня есть еще 7-й микробинар. Здесь также идут заполнения. Здесь осталось тоже 4 человека. И я пойду, опять же таки, друзья, на реинвест. Так по кругу можно ходить бесконечно. Проект, конечно, супер. Есть система переливов. Переливы работают. Я доказала вам в первом видео, потому как я зашла в проект очень поздно. И я еще даже не начинала приглашать. Каково мое удивление было, когда у меня начал заполняться первый микробинар. По-моему, и второй микробинар. Вот. Я, конечно, в шоке была. Вот. Голова, конечно, кругом шла. Это я уже сейчас немного успокоилась. И вот у меня заработано уже 763 рубля в проекте. Вот. Я думаю, пригласить на 1 рубль друзей, партнеров не составит труда. Или мы ленимся. Мне писали в комментариях человек, что у него нет переливов никаких. Не поверю. У всех есть переливы.
а у человека нет переливов. Ну как такое может быть? Ни за что не поверю. Просто не надо людей вводить в заблуждение. Переливы есть. Я общалась. У меня есть партнеры ВКонтакте. У всех есть. Все довольны. Вот. Так что добавляйте. У меня вот в описании под видео, друзья. Сейчас я вам покажу. Вот здесь опускаемся ниже. И кликайте еще. Опускайтесь вниз. И вот мой ВК. Добавляйтесь, если нужен чат. Пишите микробинар плюс логин в проекте. Я вас добавлю с удовольствием в чат. Там все радуются, все довольны. Вот такие вот у меня результаты. Вот. Ну и также вот здесь операции. Здесь все расписано. Вот. Описание. Вот 224 рубля. Выплата 6 микробинар. Далее потом у меня было... Закрылся 3-й микробинар. Потом 4-й, 1-й, 5-й. Все это в разнобой. Не обязательно по очереди. Чтобы закрывался. И переливы работают полный. Не то, что там от вышестоящего спонсора, да? От пригласителя, от всей структуры, от всех участников, которые находятся в проекте. Вот, ну что, на этом буду заканчивать. Приглашаю. Приглашайте своих друзей. Всего 1 рубль. Я думаю, рефералов нетрудно будет пригласить. За 1 рубль. И, ну, хотя бы за 1 рубль, там, я не знаю. И ходите вы по кругу, если не хотите дальше продвигаться. Вот. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.